праздник Светлой Пасхи во всех православных храмах Волгоградской области прошли торжественные службы. В пасхальном богослужении в соборе святого благоверного князя Александра Невского приняли участие сотни волгоградцев. Великий православный праздник встретили вместе с жителями глава региона Андрей Бочаров и глава города Владимир Марченко. Пасхальную службу провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Воссозданный на народные пожертвования собор Александра Невского в пасхальную ночь стал центром духовного единения и символом возрождения православных традиций. В этот вечер губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с Владимиром Марченко прошелся по центру города. В ходе прогулки были рассмотрены планы для дальнейшего развития проектов и комплексного благоустройства